Меня зовут Кравчук Анна, я в Грумлинге уже 10-й юбилейный год. Хочу сказать, что действительно профессиональный хороший инструмент я себе смогла позволить с конца 2016 года. Вот, сейчас у меня ассортимент ножниц растет. И что хочу сказать, кого хочу отметить, это ножницы, в которые я влюбилась с первой стрижки. Это ножницы фирмы Барракуда. Достаточно новый, но качественный бренд, серия Gold Link. Это ножницы очень короткие, если честно, я даже не знаю, какая тут длина полотна. 6,5, Сергей подсказывает. Почему я именно их взяла? Я хотела маленькие, экстра изогнутые ножницы, которые будут мне помогать делать маленькие шарики на пуделях. То есть... Что-то, что будет четко повторять форму шарика, что можно было буквально несколькими движениями их сделать и не формировать легким углом. И хочу сказать, что очень быстро, очень качественно, вообще без промашек. Я действительно очень быстро сделала свою постоянную клиентку, которая до этого делала дольше. Поэтому и захотелось их сегодня отметить. Очень удобно, очень классно, супер, что есть два упора для пальцев. Можно поворачивать себе угол как в одну, так и в другую сторону. Мне нравится, что они достаточно, скажем так, не скажу легкие, они не легкие. Они вот той правильной, того правильного веса, когда ты их берешь и чувствуешь, что ты в руках держишь не пластиковый какой-то инструмент, а что это ножницы, да, ты чувствуешь вес, ты его контролируешь, и он даже в чем-то помогает. Не буду называть фирмы, есть очень популярные с экстра углом ножницы, которые часто используют для Азии. Они, как правило, разноцветные, такие вот все красивые, красочные. Пробовала на руку, слышала о них кучу отзывов всяких разных, но не идет, вот реально не мое. Хочу сказать, взяла вот эти в руку, попробовала сделать один шарик и просто влюбилась. Что бы, наверное, захотела добавить производителю при изготовлении этих ножниц, априори добавлять микронасечку. Почему? Потому что я, в принципе, ее люблю. Всегда четко отрезает, всегда четко шерсть распределяется по полотну, ничего не уходит, то есть вообще замечательно. Просто добавить микронасечку. Длина, угол, ручка, вес, вообще про металл и про заточку ничего не скажу, потому что вообще их не точила, да. И я ими пользуюсь уже, ну, около полугода, да. За полгода, заметьте, ни один раз не точила. Все идеально, все замечательно, вообще всем рекомендую, реально. Приедьте, хотя бы даже попробуйте. Очень-очень-очень классная вообще.